Привет, дорогой зритель. Не буду затягивать. Подписывайтесь. Итак, приступаем к просмотру горячей новости. Топим. Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть. Россия в ответ на потолок цены собирается ввести пул цены. Российские власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничения, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны, посредники или даже их цепочку. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7. Второй вариант – запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена. На этом все, друзья. Следите за новостями на канале. До новых встреч!